Болгарская сказка. Нужда научит. У одного дровосека было два сына. Каждый день он ходил в лес дрова рубить и брал с собой одного из них. Он рубил, а сыновья ему помогали. Но вот сыновья подросли, и отец говорит им: «Теперь, сыны мои, вы сами уже идите в лес, а я дома останусь». Сыновья ему отвечают: «Батька, а ежели телега у нас сломается, кто же нам ее починит? А вы, сынки мои, коли уж сломаете телегу, или еще что у вас случится, кликайте нужду, она вас научит». Отправились два брата в лес, молодые, руки быстрые. Накололи они дров даже больше, чем надо, и сложили на телегу. Поехали к дому, а телега по дороге-то и сломалась. Слезли братья на землю и принялись кричать, сколько голоса хватило: «Нужда, иди чинить телегу!» Кричали, кричали, начало уж смеркаться, а нужда все не идет. Говорит тогда младший брат: «Не идет эта проклятая нужда. Не взяться ли нам самим чинить телегу?» А старший отвечает: «Может, нужда далеко ушла и не слышит нас? Давай-ка еще вместе ее покличем, сколько сил хватит». Кричали, кричали, пока совсем не окрепли, а нужда все не идет. Младший брат опять говорит старшему: «Видишь, темнеет уже. Может, напрасно мы кричим? Неизвестно, умеет ли еще эта нужда телегу чинить». Взялись братья, один за топор, другой за тесло, раз-раз, туда-сюда, и починили сами телегу. Когда вернулись домой, отец их спрашивает: «Как доехали, сынки мои?» А те: «Ну, жаловаться. Ах, батя, сломалась у нас телега среди дороги. Звали мы, звали эту проклятую нужду, пока не охрипли, а она так и не пришла. Взяли мы топор да тесло и сами починили, как смогли». «Эх, сынки, — сказал отец, — так ведь это и была нужда. Вы ее звали, а она при вас была. Некому было помочь вам. Вот вы сами и справились». «Не зря говорится, нужда научит».